Добрый день всем. Мы сейчас на улице Еврейская, но мы идем на Девулановский спуск. И начинаем мы идти с Еврейская и будем спускаться вниз, потому что так удобнее идти. Вот я хочу вам показать, это был остатки моста Сикарда. Вот видите, остались только перила, вот эти вот оранжевенькие. Так. Это не оранжевые. Ой, розовенькие, да, перила. Это был мост Сикарда. Это Девулановский спуск. Мы давно его хотели снять. Вот. Здесь есть, конечно, вот это и жилые дома. Здесь когда-то была баня. Я смотрю. Это мне мама рассказывала про баню. Я не знала про это. Что здесь была баня. Вот. Да. Это была карантинная палка. Появилась она на карте города в 1812 году. До 1842 года. Вот смотрите, на Девулановском спуске было 4 моста. 4-го уже нет. Мы его прошли одна. А сейчас остались одни перила. А сейчас 3 моста осталось. Вот смотрите, вот современный дом здесь построен. Да. И вот такие дома здесь. Чего мы решили прийти? Мы давно хотели сюда прийти. Это такой райончик не очень благополучный, особенно вот дальше будет. Да. Вот смотрите, там двор есть. Чего мы пришли? Обвалился дом пару дней назад на Девулановском спуске. Ну, надо идти. И вообще обещали реконструировать уже наконец-то эту улицу. Кстати, самая первая дорогу выложили не кирпич, булыжником. Это была вот эта улица, самая первая выложенная в Одессе. Да. Вот еще один мост. А камень привозили как балласт. Это Новикова мост. Да, камень привозили как балласт, но после того, как стали выкладывать улицы камнем, стали привозить специально, целенаправленно. Вот видите, это мост Новикова мы проходим. Да, сейчас здесь надо идти очень осторожно. Кстати, вот лестница есть, можно подняться. Там дальше мост Коцебу. Он металлический, все остальные мосты каменные. Да, ну здесь асфальт, я смотрю, да? Да, ну, уже. Да, ну вот. Здесь, да, это еще вот современный, вот смотрите. Они и сделали асфальт. Да. Вот здесь пройдем. Там как, там машина едет или как? Да. Или где, да? Ну вот видите, здесь с одной стороны гаражи. Вот здесь современный мост. Ой, мост, дом. И идут гаражи. И гаражи, получается, они в земле выкопаны. Да. Вот. Это центр города, чтобы вы понимали. Мосты проходят через знаменитые улицы. Первая была Еврейская. Да, по знаменитым. Вторая, мост мы прошли. Жуковского. Улица Жуковского. Вот мост Коцебу. Он проходит по улице. Ой, куда ты? Это не Коцебу. Это Коцебу. А, металлический. Да, металлический Коцебу. Он проходит по улице Полицейской, Бунина сейчас. Да. Его также называли его... Полицейский мост. Да, да, да. И вот где-то здесь, вот мы подходим, разрушился мост. Кстати, его недавно, дом, да, его недавно мост отреставрировали. И там вот лестницы очень красивые спускаются и поднимаются с Девулановской на Девулановский спуск. И вот дом упал прямо на лестницу. Ну, эти уже дома, конечно, не жилые, но сам факт, что их не... Как только сказали, что будут все реставрировать, они стали почему-то рушиться. Ну, их уже... Вот, смотрите, лестницы. Видите? И вот здесь лестницы. Вот. И вот, вот этот разрушенный дом. Пару дней назад тут было много машин. Вот он разрушился. Ну, что... Будут... Да, вот поломались перила. Ну, как уже вот говорят в комментариях, будут строить еще одну новостройку. Ну, в общем, да, а вот здесь вот, вот это такой райончик, здесь вечером лучше сюда не приходить. Ну,
и днем тоже. Это сейчас так людно, ну, как можно сказать, светло и опасно. Вот когда-то здесь был завод Эпсилон, по-моему, да? Вот, посмотрите на эти. Ой. Да, ну, Игорь, ну, и ты у меня ведешь. Я ж не могу и туда, и сюда. Я смотрю, что я снимаю. Вот, видите, все разрушено. Это в центре города. В 42-м году эта карантинная балка получила название «Спуск имени Новикова». Также он был как практический. В 44-м дали ему... 1944? 800. Вот, тут, пожалуйста. В 1844 ему дали спуск Сикарда. А в 1886 году в честь градоначальника Левашовский дали. Левашовский был. А советское время как он был? Советское время в 1927 году ему дали, по 41-й ему дали имя Вакаленчука. Ага. Спуск Вакаленчука. С 1941 по 48-й опять был Левашовский при румынах и там чуть позже. Мы подошли к мосту. С 48 по 95-й, 1995-й, был спуск Вакаленчука. Игорь, мост. Это последний мост. Или первый. Или первый, если оттуда. Строгановский. Строгановский мост. Вот посмотрите, что здесь. Тоже лестница. Смотрите. А. О. Так, работает. Смотрите, что здесь происходит. Ну, это такое жуткое. Да, место, конечно, жутковатое. Здесь снимать войну можно. Да. А уже в 1995 году в честь инженера назвали мост Деволан. Инженера, архитектора. Деволан, инженером был. Архитектор. Инженер. Ой, ладно, не будем спорить. Так, дом собрания. А! Да что ж такое? Это... Игорь, веди меня. Нет. Ну как же нет? Я же не вижу. Ну... Дом Сабрина, детский пансионат Хабад. Деволановский узвиз 7. Вот, мы увидели вывеску. Да, здесь жилые дома, и здесь всегда было и жилые дома, и склады, и заводы. Вот заборчик. И вот тут вот. Ворота, да. Вот тут. Уже тут вот сносят, строят. А вот уже там. Да, уже кранчик стоит. Ну, не зря здесь сказали, что будут делать, ремонтировать, все менять, потому что, скорее всего, здесь будут строить высотки. Я думаю, здесь все будут сносить. Да, тоже. Ну, некоторые дома сами разваливаются. Ну правильно, все для этого все. Нет, ну он сам по себе. Игорь, так, ну всегда можно поддерживать, если это архитектурные, исторические. Но сейчас, конечно, а вот никакой. Напротив, там, посмотри. Да. Как его поддерживать, если он уже перекосился? Ну, если столько лет, 200 лет ничего не делать, то что же. Вот справа, да. Ну, я думаю, здесь все снесут. Ничего не оставят. Хотя вот этот дом более-менее, но я думаю, его будут, он будет здесь, у него здесь живут люди, естественно. Машин немерено, потому что мы выходим на таможенную площадь. Вот, смотрите, дом номер 1, ворота 1886 год написано, видишь? Вот, снимаем, потому что, я так думаю, в скором времени мы даже пройти сюда не сможем. Перекроют, перероют. Стройка. Да, будет стройка. То есть будут менять и канализации, и трубы, и все. И вот мы выходим, смотрите, вот здесь памятник матросам Потемкинцам, который раньше стоял на Екатерининской площади. Сейчас там памятник Екатерины. А его сюда перенесли.
таможенную площадь. Да. Это вот мы выходим на таможенную площадь. Так, надо идти осторожно. Так, все равно идем до конца. Вот. Вот, смотрите, там другая уже улица. Вот так, карантинная, да? Сейчас, по-моему, карантинный спуск. Вот там, вот это карантинный спуск. Или карантинная улица. В общем, вот там. А зачем нам здесь? Нам туда. Ты хочешь пойти на карантинную посмотреть? Ну, мы там поднимемся. Да, во-первых, мы ее снимем, а во-вторых, мы поднимемся. А, ну да. На Екатерининскую площадь. Мужчина, извините, это карантинная улица или карантинный спуск, не знаете? Ага, спасибо. Таки мы были правы, это карантинный спуск. Сейчас мы пройдем на тротуарчик. Ну тут вообще, я не знаю, что тут. Какие-то... Посмотри. Ужас. Ну как же снова? Это же можно было бы все... Если поддерживать все можно... Вот видите, дорога из булыжника. Вот. Вот Доволановский спуск был весь из такого булыжника. И там его уже и следа не осталось. Вот мы поднимаемся по карантинному спуску. Здесь лестница. Ну да, вот есть дома. Что-то кто-то здесь живет. Надо заходить там во двор, да? Чтоб что-то... Слышь, что это здесь? Ничего. Ничего, да. Ну, вон двор. Да. Да. А, ворота есть, но... Такие. Разрисовали. Заборчик немножко. И тут же изуродовали. Хорошо, мы так поднимаемся. Хотели пойти на Лонжероновскую, а пошли в другую сторону. Лонжероновский спуск мы снимали. А здесь мы ни разу не были. Да. Это мы на Канатную поднимаемся или куда? Да. На Канатную, да? О, хорошо. Ну вот пошло что-то приличное. Ой. Вот пошли приличные дома. Это что такое? Тэффи Моделс? Какой-то. Вот. Ой, посмотрите. Не вижу, солнце светит. Ага. Вот. Вот так вот. Лучше было видно. Да. Ну, сегодня зато прекрасная погода. У нас все растаяло, можно сказать. Почти сухо. Сегодня у нас пятница. Ой, какое число? 15? Пятое. А, пятое. Какое пятое? Да, пятое. А что ты туда идешь? Вон туда? Нас не задавят. Сегодня пятое. Завтра сказали, что якобы будет мороз минус 7. Ну, посмотрим. Ну, вот и все. Мы вышли на улицу Канатную. Все знают по-советски. Здесь мы снимали. Сейчас я остановлюсь и выключу. Солнце светит прямо в глаз. Или немножко продолжить. Здесь есть такой небольшой переулочек. Вот мы поднялись с Канатного спуска, карантинного спуска. Вышли на улицу Канатную. И здесь вот такой маленький переулочек. Он идет в сторону парка Шевченко. Он совсем... Да, в сторону Морозлиевской, парка Шевченко. Вот это, вот что это за здание, что там даже табличка есть, что-то там такое, ты видишь? Да. Давай. Академия непереверной освиты детского облрадия. А, 43-й номер.
Вот дворик. Да, свет, солнце светит. Все, там дворик как садик, да? Но это не садик. Да буду, идем. Посмотри, садиков. Смотрите, какой двор. Это не садик, это двор. Вот, а, смотри. Двор как садик люди сделали. Очень красиво. Не детский садик, а садик. Очень красиво. Да. Ну, вот это действительно советское здание. А тут вот идут такие... Нахимова, переулок Нахимова. Или улица Нахимова, как правильно. Переулок. Очень коротко. Да. Вот, вот такой дом. Такой дом. Ага. И мы идем, выходим прямо на Морозлиевскую, началом улицы Морозлиевской. И упираемся в рыбный бар или какой-то ресторан рыбный или пивной. Вот переулок Нахимова 1-3. Вот. А туда дорога в парк Шевченко. Вот, дорога в парк Шевченко. Ну и все, наверное. Ой, птички поют. Ланжерон, проулок Нахимов. Там карантинный спуск, да, мы поднялись. Вот поднялись, пришли сюда, на Канатную. И вернулись, и пришли на улицу карантинную. Вот то, что смотрите, улица карантинная. Что Деволановский спуск был карантинный, а потом карантинный спуск перенесли на карантинный спуск и на карантинную улицу. Вот это и есть карантинная улица. Она небольшая, два квартала. Да. Мы снимаем, солнце светит, но я думаю, основное вы увидите. Дома. Вот. Новострой. Вот, смотрите, да, такой дом. Но это не жилой, по-моему. Номер 4. Это не жилой. Мы можем идти вообще по дороге. А что тут? В этом доме жил писатель Юрий Олешу. О, пожалуйста, посмотрите. С 1912 по 1920. Это дом номер 3. Дом номер 3. Так, ну, вроде бы еще где-то читали, что он еще. Непонятно, что это за здание. Вроде бы как жилое, да? А вроде бы нет. Альфа-банк тут. Да, получается, не видно. Давай пойдем на ту сторону, чтобы... А, тоже вот этот флигель. Вот улица Юрия Олеша. О, 5А. Ее карантинную переименовали в улицу Юрия Олеша. Не, может, наоборот? Нет, я думаю... Кстати, что-то тут такое было. Что это было? Интересно. Я думаю, что это карантинная была. А сейчас Юрия Олеша. Да. Видите, мы сами запутались. Ну, нельзя все знать, конечно. Вот я хотела вот этот флигель. Флигель, правильно, да, называется? Дом номер 8. Видите, какой интересный дом. Так. Да, вот он какой-то домик. Очень интересный. А смотри, какой двор Юрия Олеша 5Б. Тоже смотрите, какой двор интересный, с лестницами. Но все закрыто. А туда, думаешь, продолжается тоже? Конечно. Так это мы вышли на мост Кацуба, да? Да. Ага. Yeah.
как зубы. Переходим. Улица Греческая. Да, и вот здесь современное огромное здание. Потоп по Одесски. И современное, реставрированное просто. Видишь, первый этаж штукатуренный, а второй... Ну, видно, какая-то компания сделала. Ну, да, но дом еще царский. Да. Там парадная. Кофе пахнет. Да, вот здесь мы не ходили. Что-то там паркинг. Вот. Какая интересная улица. Вот еще вот так вот. Ну, мне нравится, что висит и старое название, и новое название. Какое хочешь, такое и выбирай. А это... Дом относится к греческой 1А. Поняли, вот это современное здание. Это... Но оно большое. Поэтому... Да, оно не здесь. Вот. Ой, какой тоже дворик, и все закрыто. Ладно. Тоже хорошо отреставрирован. О, что это? Дом сказки. Реставрированный. Да, и открыт. Открыт двор. Открыт. А, открыт. Идем посмотрим. Дом номер 10. Дом сказки. Смотрим. Музыкальные ноты. Музыкальные ноты. Ноты. И мы прямо в дом, на который выходит со всех. Ага. Посмотри, как интересно. Какой дворик. И там еще. А видите, заходим с Олеши, а выходим на Бунина. Как интересно, да? Здорово. Вот сюрпризы. И как вот смотрится отсюда двор с бельем. Так, держи меня, Игорь. Вот это мы погуляли, интересно. И вот на улице Бунина, эта улица и заканчивается. Да, Бунина. Видите, а вот там мы шли, а мы шли вот Олеша. Сейчас вот. О, какой котяра, посмотри. На доме. И вот. Карантинная улица. Вот она, сейчас мы ее отсюда покажем. Вот она, карантинная улица. Очень интересно, какой дом интересный.